наверное, все слышат, что едет тачка. А здесь я вижу сам бревенчатый сруб. Квадрат туда уходит. Нет, они нас не видят, когда едут. По одной простой причине. Они не ожидают, что здесь кто-то может быть. Вот мы сейчас опять подождем, когда она проедет. Надеюсь, что-то она как-то медленно едет. Это уже не самосвал. Смотри туда, кто там. Как думаешь, наши велики не видно? Ты слышишь, ну, я думаю, знаешь что? Для них это дорога. Для них это дорога. Они тут постоянно. И они тут никого не ждут никогда. И вот этот момент, вот там есть небольшой, что кто-то ездил, но сюда все равно никто не поедет, так как все. Да. Скорее всего, знаешь, что тут ничего нет. Я думаю, что 100%. Они даже сюда не смотрят. Они не смотрят. Если это и видят, то водила из этой, из грузовой машины, а из этой, из легковой, он едет за грузовой, они точно внимания не обращают. Ну вот живой вам пример. Опять, о чем я всегда говорю, вас всегда кто-то видит. То есть вот в этот раз, как бы мы думаем, что мы их видим, да? Ну да. А они могли, конечно, видеть и нас. Но по факту, вот. Это существует. Куда не знаю, как у вас, да, но у нас вот оно, сами видели. И это меня уже, если честно, мягко говоря, поднадоело. Ладно, пойдем теперь на ту сторону сходим. На какую? На ту, просто посмотрим, что чё там. Да? И стоит ли вообще туда соваться. Сейчас пруд снимем, как собирались. Не будем затягивать видео, оно и так затянуто. Да. Ой, да ладно, много этого. Блин, забыл, что это. О, ребята, еще какой-то артефакт. Старое железо. Не, ну понимаешь, для кого-то это вау. Для тебя это... Саркастическое вау. Да. Так, назад мы уже... Уверенно идем. Ну, потому что знаем, что тут в сумке какой-то пипец с ландшафтом. Да. Блин, на муравейник наступил на какой-то. Не, а почему? Я тут не вижу. Ни яблонь, ничего. Да нет, откуда. Может, там не есть, я люблю. Что-то я тропинку прям, мы вон где шли, перлись-то. А я думаю, а где же та куча тропинок, которая... Да. Я тоже так подумал еще. Говорю, странно. Ну что, давай попробуем к пруду здесь подойти. Здесь травы поменьше. Я думаю... Вероятность того, что я подойду близко, лучше. Ну да, так и есть. Вот такой здесь пруд остался. И то он там что-то плывет сюда. Надеюсь, это не Несси. А то сейчас ам в прямом эфире, можно сказать. Ну что? Не знаю. Ты близко не пойдешь сюда? Ну ладно.
Ну да, пруд прямо вон у дороги, секунду. А вон та возвышенность, это уже дорога. Я нашел еще артефакт. Зацените. Покрышка, в которой была клумба. 100% это была клумба. Ну да, ты, а ты, чему ты, еще тут? Клумба может так лежать. Да-да-да. Так что... И смотрите, а. Нет такого ощущения, что вот эти елки, они как-то все посажены по одной прямой. Как будто их потом сажали. Они молодые. Хотя, может, конечно, шишки так нападали. Если там ров, они тогда и снимали. Если там шишки нет, тогда это может даже... Опа! Ну, тут сами видите. Сплошь заросли дальше. Смысла туда лезть и нет. Вряд ли мы найдем там что-то интересное. Пойдем к дороге ближе. Да. Ну что, тебе есть что сказать? Мы сколько наснимали времени? Минут 10, да? Ну, минут... И это ради... И это было... 4 часа мы сюда ехали. Ради этих 10 час... минут. Все, вот оно. Отлично просто. Да ладно, зато было весело. Да. Ну, ты говоришь, 4 часа ради 10 минут. Ну, будет минут 20. Мы, если бы еще на фабрику не заезжали, мы бы где-то за 3,5 часа доехали. И если бы мы ехали весь путь, а не где песок шли пешком, мы бы доехали еще быстрее. Так что вот. Вон какой-то артефакт еще нашли. Но это, я думаю, что-то из современного. Вот этот артефакт. Это какая-то это домушечка сделана. Коробка. А ты говорил, зря приехали, что тут смотреть. Смотри, домушечка. Да это понятно. Опа, вон вторая. Опа. Так, ребята. Вот это уже интересно. Вон третья. Опа. А мы чуть не уехали отсюда. Так, завозим велики. Так. Как ты думаешь, что это могло быть? Без понятия. Так нет, ты без понятия. А оно-то глубокое. Вот смотрите, где стою я и относительно меня. Это что-то с подполом. Что-то с электричеством было связано. Электробудка? Ну, типа да. Вот тебе и на. Прикольно. А ведь мы уже собирались отсюда уходить. Мы посмотрели у пруда, думаем, ну что, смотри, ничего не осталось. И такие, ну давай, дойдем до конца, все-таки посмотрим. И наткнулись вот на эти будочки. Я не знаю, вон те стрёмно идти искать. Но мы сейчас попробуем. Так, мы решили вот так идти. Впереди вести велик. Потому что если что-то... О, уже, блядь, канава. Еще одна. Охренеть. Так, Серега, тихо. Блять, тут нахуй провалишься. Тут яма какая-то впереди. Вон тут какие-то раскопки. Вон там. Так. Окей, Google. Так. Ага. Вот здесь 100%. Можно идти. Серега, вот здесь яма. И вот здесь яма. И это огромный кирпич. Так, осторожно.
Блять, здесь я уже к краю подхожу. Вон, а здесь что? Смотрите. Ну тоже тут уже, как говорится, все спизжено до нас. Там даже есть подобие лестницы. Ну да. Что-то похожее на лестницу было. В общем, мы, в принципе, ничего нигде никогда не ищем. Имеется в виду не воровать, ничего. Мы чисто смотрим. Да, мы чисто туристы. Но вот такое я, конечно, не ожидал увидеть. Мы выбрали, слышь, не самый удобный маршрут. Надо было вот с той стороны. Да, яма впереди. Там он вообще непонятно что. Сейчас вот здесь, где вот эта ветка лежит, смотри, вот видишь, вот эта ветка, я ее сейчас убираю, тут вон еще и белый кирпич присутствует, мы вон там вон велики ставим и ходим, смотрим, что здесь. Будет две части, гадалки не ходи. Так. Вообще труха. Когда пойдешь, идешь осторожно. В общем, смотри. Сейчас велики ставим. Так как мы семитонник не взяли, я единственный его вычеркнул. Я подумал. Ну нахуй в лесу семитоник? Я же не знал, что лес вот так будет выглядеть. В общем, пошли. На, я не выключу. Не выключил? Вот опять здесь. Я говорил, выкопанная яма. Вон там. Снова. Так, тихо, тихо. Что у тебя там? Ну ты уперся в камень, не видишь, что ли? Да что ты не мог, где я проехать, что ли? Я не вижу, где ты проехал. Я велик впереди себя вез. Сейчас мы будем вести непрерывную съемку. Уж так получается. Сейчас я быстро гляну, что вот здесь такое. Здесь что-то все подземное какое-то было. Вон все из кирпича выложено. Так вот, наверное, будет лучше видно. Мы уж здесь сильно лазить не будем, дабы не провалиться. Идешь за мной, след в след. Так. Так, тихо, стоим. Вот какая-то кладка. Что за кладка, что это было, я не знаю. Возможно, это вот, что тут, лесхоз или что-то было. Возможно, это от него. Так, здесь тоже кладка. Ладно, лезем дальше. Вот. Какие-то столбы. Вот такой мегастоп. Да, который каким-то чудом выжил. Вот видно, что вытяжка. Уж что она делала, куда вела, неизвестно. Так. Осторожно. Здесь вот какая-то арматура торчит. К ней явно что-то на гайках было приделано. На ней резьба. Вот осталось. Так. Опа. Так, сюда не лази за мной. Вот осталась еще целая постройка. Ну, относительно.
Относительно, да. Это, видимо, одна из стен этой конструкции. Но я не могу с уверенностью сказать, что это был какой-то завод или что-то. Мне Саша говорил, что здесь была лесопилка, а ему говорил кто-то другой. И в итоге вот так у нас эти былины современные передаются друг другу. Так, Серега, сейчас попробуем обойти с той стороны. Оп, так. Иди сюда. Блин. Ребята, мы опа, подзастряли. Так. Где-то. Я так понимаю, это вот крайний столб, да? Он, возможно, был этот, как его назвать? Вот здесь что-то шло сюда, потому что вот развалины, и тоже вот что-то похоже. Секунду. На упавший. Да, похоже на упавший столб. Вроде вон там вдали ничего не видно. Сейчас я вот сюда залезу. О, тут еще даже старый советский шифер. Ну, может, уже российский, конечно. Но, тем не менее. Так. Ай, куда я? Я ж вон туда собирался. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас тоже какие-то остатки железа. Вот это похоже на какие-то, как будто было когда-то окно, но это как по мне, хотя все скорее вон оттуда упало. Да, наверное, от этого. Так. Так, ну все, вот очередная глыба. Сейчас я тут ни хрена не вижу, поэтому придется мне вот так растоптать, дабы никуда. Так, я встаю на кирпич. Все, я стою на кирпиче, ты стой там, где стоишь. Так, больше никаких построек нет. Ну да, это похоже. Нет, постройка есть. Где? Вон там. Чё я, почему я не вижу? С деревьями. Вот сиди, встань на моё место и посмотри, нет. Сейчас, короче, мне бы к этой подобраться, ноги не сломав. Эх, ё-моё. Ну я запоролся-то. Не, ну я просто обязан здесь пройти, раз уж я сюда пришел. Да. Вот. Я вообще тут прыгаю по вот этим стенам. Ну вот такая здесь хрень. Да, все-таки окна были у них. Что это? Для чего это? Сейчас я уже об этом сказать ничего не могу. Сам не знаю. Но по мне,
Это весело. Вон даже еще. Хотя нет, это, думал, не круглая-круглая, вон кирпич старый, который это делал, как она называется-то, свод. Сейчас я его приближу. Вроде бы это вот этот кирпич, да, который обычно посередине свода стоит. А сколько таких по России, наверное, заброшенных и забытых мест, только, как говорится, кому-то известно. Оп, так, ну все, вот здесь так. Еще сейчас с этого ракурса поснимаю. Хо, ребята, я говорю, тут опасно. Вон опять ямище. Причем она такая круглая. Знаете, не то чтобы мне было страшно, но ну его нафиг. Я все скорее сейчас к ней постараюсь тихонько подойти. Посмотрю. И на этом, наверное, все. Короче, я стою вот на этой хрени. Она вся трясется. Ребята, тут очково. Реально, бля. Ночью в лесу ходить не страшно. В общем, здесь вот такой колодец. И у меня есть подозрение, что отсюда по ночам вылазит садака. Пусть он такой мелкий, но к гадалке не ходи. Отсюда может вылезти какая-нибудь хрень. Вот так вот и прыгаю я здесь. Опа! Как я, блин, сюда пришел? Я уже не... Да мне-то откуда знать? На меня тут нашествие комаров идет. Опа. Тихо. Внесу свой вклад в развалину этой стены. О, блин! Ребята! Не все пошло. Так, сейчас будет самое интересное. Мне надо сюда прыгнуть. Давай, прыгай. Давай. Вова, нормас. Вон, видишь, постройка? Ну ты что, серьезно? Такая оранжевенькая. Ну иди встань на мое место тогда. Иди встань. Вон, не смотри вон туда. Вон, видишь? Вон та? Да. Это елка. Разве? Это ветки. Это так ветки, хочешь сказать, оранжевого цвета? Ну пойдем посмотрим. Я выключаю? Да. Ну что, видишь те сухие елки? Да, вон. Ну согласен. Если смотреть с своего места, то вот эти оранжевые ветки выглядят, как будто там кирпич. Ладно, все, а я видел что-то вон там где-то, когда вон там стоял. Ну, там есть, но... ну что, давай я тебя сфоткаю на фоне развалины. Да я прям во время видео. Сейчас я быстро гляну. Может, мне тоже показалось, что тут что-то где-то было. Ты стой на месте, где стоишь. Вот в такой траве, согласитесь, лазить стрёмно. Весну, блин. Весной надо на такие объекты ходить. Весной. Точно. Вон опять стоит. Я не знаю, будет видно. Нет, вон. Столб. Точнее, столб это. Как ее назвать-то? Бетонный кусок столба. Вон там
Там что-то какое-то тоже непонятное, вон хрень стоит. То ли два пенька, то ли чего-то. Но я туда не полезу. Встаньте в мое положение. Я тут уже видел два колодца и какие-то подземные здания, да? Выше моего роста, я тут не вылезу, если провалюсь. А семитонник мы сегодня с собой не взяли. Ладно, мы будем выбираться. Надеюсь, те, кто хотел увидеть про Дюков Бор, про населенный пункт, вот он, я сюда съездил. В общем, пусть вам это видео понравится. По-другому не скажешь. Ну чё, брателло, выбираемся теми же тропами. Да. Сейчас идешь четко за мной. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. Ну, либо если мы что-то еще найдем, то мы включим запись. Да, я уже включил. Вот, получается, ты пошел за своим великом, да? Да. А мой вот уже вынесли. Просто пока я буду ждать, когда ты сам выйдешь, это очень долго. Ну, есть такое. Ты все снимаешь? Угу. Отлично. Так, вот видео с этой секшн камеры я, скорее всего, сделаю отдельно потом. Чисто, ну вот где мы ехали. А у нас будет лишь пару моментов, правильно? Не, ну там тряска. Не, у нас я все скорее увеличу. Понял. Там будет тряска. Сколько я это видео буду делать, я не знаю. Ну. Но я думаю... Кто нас смотрит, вот люди, да, кто интересуется вот этим всеми заброшенными местами, им будет интересно, ну, посмотреть, отдышка уже, всю снятую дорогу, где мы ехали. Не, ну реально, вышло солнце, и уже все, мы... Это еще и комарьё все. Зато мы ехали с тобой как. Но вот если бы как мы собирались и поехали в 4 утра или в 5, мы бы уже ехали назад, но если бы всякие, реально, вуки, по-другому не скажешь. Во, все, блин, только рев и орево всегда. И пьяные пизделовки. Все, пойдем, а то я сейчас тут наговорю. Канал-то конкретно, если вдуматься-то. Ну все, едем домой. Да, едем домой. Вот этот пруд... выкопан, предположительно, в 2010 году. Это информация из Викимапии. Все, Серега, выезжаем на дорогу.